Итак, я снова счастлив вас приветствовать. Продолжается у нас Кэриан. Мы кого-то сожрали случайно только что. Там у нас был мясной запасец, так сказать, из людей. Вот. И что-то не так у нас. Ой-ой-ой. Я так понимаю, что мы сейчас туда и попадем, да? Что-то никак у нас не закончится Кэриан. Кэрион. Кэрион. Да, сука. Ломаем, выходим, короче. Вот это местечко замечательное. В общем, верх мы здесь зачистили, как я понимаю, только что. Слушай, как мина работает где-то. Но здесь этой локации ее нет. Поэтому мы идем сюда. В место, где мы в прошлый раз, в прошлой серии, жестко зафейлили вот эту мину, короче. Так. А если мы цапнем сразу две мины, мы сможем как-то это дерьмо затанковать или нет? Как вы думаете, ребят? Рисковать я, конечно же, не собираюсь. Ни в коем случае. Оп. Вот сейчас я задержал, так сказать, эту хуйню до конца. Заходим. Тут из двух человек мы сейчас соберем одного. Ой, блядь. Ты шо, блядь, долбоёб? Чё-то я не прочекал на, так сказать, на безопасность. Ту локацию замечательную. И чуть не выхватил в щи. Ну, точнее, немножко-то я выхватил, получается, да? Обидно, блядь, сука. Так, вот эти граждане как-то немножко опасно здесь ходят. Можно схватить их, в принципе-то. У меня, конечно, брони не осталось, но... Хотя мы тупо утопим, короче, вот так вот в водичке. Как Хитман, короче, да? В бассейне какого-то жирного ублюдка утопил. Так и мы и сделаем, соответственно. Возможно, один из вас нам понадобится для переключения чего-либо. Мы тогда вас закинем потом трупиком наверх. Сюда идем, сука. Ой-ой-ой. Тихо. Не получилось, блядь, видели? Там у ребяток есть щиты, короче. И ребятки этими щитами пользуются. Можете слышать, скорее всего, моего кота, который сейчас опять пытается попасть на запись и стать знаменитым, короче, да? Пиздюк мохнатый. Вот он, да, мурчит у меня сидит. Давай, иди сюда. Не, не хочет. Не хочет идти. Тихо. Можете заметить, как огнемет отлично работает против водички. То есть он типа кипятит. Блять. Да иди сюда, сука, ты заебал в натуре. Куда он делся вообще? Ебануться, там еще и, блять. Еще и дроны. Ты чё, ебанутый? Эй, расслабься, блядь, братишка, не надо нахуй, иди в пизду, слышь. Так, я так понимаю, что мы можем просачивать тентакли вот в эту трубу, да? А под водичкой-то дрон у нас летать не умеет, наверное. Бля, нет, не делай этого, сука! Долбоёб, блядь! Тупорылый, хуль ты творишь-то? Вот это был пиздец. Так, уйди нахуй отсюда. Уйди давай нахуй отсюда, дружище, ты мне тут не нужен. Ой, смотри, там как человек акробатику изучает. Или йогу, или что-то типа того. Или йобу вообще. Давай. Умри, сука. Умри нахуй. Гондон. До свидания, блядь. Так, всех убили, да?
Особенно вон того пацана. Его, скорее всего, зачехлило каким-то образом и сломало ему ебучку об пол. Ну что ж, я хочу сказать, что я не расстроен. Что эти ублюдки меня уже немножко подзаебали, на самом деле. Ой, там еще живые люди есть. Ну это пока, конечно. О, май. А мы туда и попасть не можем никак, да? И вот это дерьмо никак не выломать, потому что мы... Что ж... Что ж... Да. Ладно. Ага, понял, принял. Понял, принял, другалек. Раз, два, давай, скидывай. Нужна микрокакашечка, короче, чтобы сделать вот это. А, хуй. В эту-то сторону ты ее не сможешь расчехлить. Обидно, да? Обидно, да? Ладно. Давай, ну ясно, давай. Давай, давай. Не дури, не дури, давай. Все, хаваем и идем отсюда. У нас куча дел. Куча дел впереди. Идем смотреть, что у нас там дальше по курсу, короче. Оп. Сохранял очка. Бункер. Ебать. А что, ребят, так разве можно делать-то, нет? Какого хуя-то, блядь? А что это такое, блядь? Ой. Ну, допустим. Допустим. Вот это уже больше похоже на правду. Ладно, хорошо. Ой, смотри, всплывает. Всплывает, блядь. Почему? Потому что говно у нас, как известно, не тонет. Шутка за 300, блядь. Деточка, ну что ты плачешь, блядь? Что это такое говорю? Я здесь, сейчас я, как сказать, утолю все твои печали. Хочешь знать как? Тентаклями своими. Я просуну их во все твои замечательные отверстия, короче. Так. И что? Только в этом был весь замысел, что ли, блядь? Немножко я не догоняю, короче. Смысл, так сказать, содеянного. Так, здесь у нас ничего не поделать. Блядь. Понятно. А чего? Зачем мне это сделал-то? Кто-то может мне объяснить сейчас, блядь? Весь смысл только в том, что я добрался до источника энергии. Мне придется сейчас скинуть форму, чтобы включить вот это вот говнецо. Потом набрать форму и пиздячить обратно туда. Да, сука? Через эти мины, короче. Давай. Ну, пробуем, значит. И ребятки снова опали, смотри, да? Ой, смотри, теперь он на берегу. Бля, да что ты делаешь-то? Сожри, пожалуйста, все, что тут есть. Давай. Все наши мясные депозиты нам надо забрать с собой. Ну что ж, пробуем. И что нам надо дальше-то сделать? А путь у нас один. Как я понимаю, вниз. Через вот эту вот мину, короче, нам надо попасть. Давай потихоньку подползем. Тихо, блядь. Или внизу мы уже были с вами, нет? Там эта херня просто выкинет нас в хаб, так сказать. А, ну, наверное, нам надо этой...
Это и сделать. Ну пробуем вниз сначала, блядь. Давай. Оп, бахнуло, короче. Ой, там у нас как раз остался хуйплет. Но теперь, конечно, уже его не осталось. Видишь, не зря зашли. Навестили, так сказать, гражданина, блядь. Ты утонешь ведь, долбоеб. Полежи лучше вот здесь, пожалуйста, давай. Что ж. Что ж, блядь. Давай. Где-то есть-то. Все, соответственно, да. Мы выходим таким же образом, только выходим не вниз, а направо. Да, сука? Давай. Давай, 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 давай. Бам, блядь. Ебануло где-то, короче. Какие-то звуки, как будто тут живой есть, но я не вижу здесь ни одного супостата. Слышите, они орут, да? Еще вот эти вот звуки, как будто тут какие-то пауки завелись, блядь. Я эти звуки не издаю. Это оно само. На всякий случай сохранимся, потому что как-то крипой. Да что, блядь, за хуйня? Вы слышите это вот чириканье? Что это за хуйня, блядь? Где ты есть, тварь? Может, тебя схавать можно? Или это обезьяны какие-то, блядь, бегают, орут? Гибоны ебучие, вы чё, блядь, устроили здесь, нахуй? Сенсейшн какой-то. Оу, май. Бункер причал. Так, погоди, ладно, хорошо. Тут пока у нас вроде бы без проблем. Можно просочиться, посмотрим верхний вход сразу же. Здесь у нас лестница есть. Бункер вместо раскопок. Лады. Так, тут у нас головоломочка очередная, да, сука? Ой, блядь. Понял, принял. До свидания. Тихо, тихо, тихо. Расслабься, друг. Все в порядке. Вставай, Джо, блядь. Куль ты лежишь, друган? Интересно, меня распидорит, если я встану прямо вот сюда, в лазер, короче. Товарищем. Нужно выстегнуть огнеметчика, короче. Там дальше можно делать, что, сука, захотим. Давай, иди сюда. Палево будет? Палево нет. Замечательно. Зона раскопок, блядь. Там какой-то Норландо, короче, сзади, видите, нахуй затопленная, блядь, с мостом, со всей хуйней, короче. Так, и мы видим, что здесь у нас дрон сейчас вылезет, если мы потревожим вот этот вот лазер. Стопроцентный, короче, вам говорю. Нам придется его схватить и расчехлить ему морду сразу, короче, обо что-то обстрашное. Так, и мы не можем идти дальше. Нет, можем. Прикольно. Эй. Просыпайся, сучара. Ничего не хочешь мне сказать, блядь? Видимо, не очень хочет. Ладно, понял, принял. Я так понимаю, что не потревожив лазер, мы с вами вообще ничего не сделаем, да? Ага, сука. Халк крушить, блядь. Ебать, вас тут сколько, нахуй. Заходим, заходим, заходим. Смотри, броня работает, блядь. Я зачинарил тентаклю, получается, об его щит, и мне еще прилетело, короче, один разик, да? И у меня все в порядке, то есть с хпшечкой.
Дедроид, слышь, свали нахрен отсюда. Почему у вас два-то, блядь? Откуда у вас взялось двое? Немножко проебался с расчетами, конечно. Ну да ладно, пробуем, короче. Давай, давай. Давай, сука. Залетай сюда. Пытаемся издавать звуки, чтобы эта скотина сюда прилетела, но что-то... Ой, смотри, увидел нас. Давай, давай, давай. Иди сюда, падла. Да иди сюда, блядь. Ну что такое? Давай, сука. Дружище. Ну что ты, блядь? Так, отъехал, получается. Все? Это все, что вы, сука, смогли сделать? И даже половину... Энергии нам они не смогли расчехлить. А, вот смотри, еще одна хуятина была, короче. Так, здесь у нас есть резервуар для водички. Соответственно. И здесь есть какое-то помещение интересное. Интересно для чего, конечно, блядь. Сразу дадим о себе знать. Как-то заходить без стука не очень, так сказать, культурно, что ли. Будем пробовать соблюдать приличие. И особенно в отношении тентакли. Ведь мы все с вами помним правило, что не доставай дрочилы, пока она сама не бросит. Или хотя бы заснет. Да, сука? Заснула, блядь. Получи дрочилы. Так, этот получил у нас анальное пробитие, соответственно, снизу из пистолета. Ой, попал, смотри. Ой, еще попал, нормально. А те у нас граждане безоружные, соответственно. Как же это хорошо. Он как будто все еще звуки издает. Успокойся, братан. Слышите, там кто-то ржет, как будто бы... Плачет так, как будто бы ему смешно, короче. А чего вы, блядь? Все, успокоились, короче, ребят. Нужно соблюдать тишину, сука. Не надо, пожалуйста, вот этой всей хуйни, которую вы тут делаете. Так, этот у нас... Ну, все правильно, да, соответственно. То есть, даже не удивлен. Этого человечка можно пока оставить в покое, потому что нам, возможно, понадобится это оттуда делать. Хотя нас все равно сюда закинет через эту хуйню, да? И мы можем попасть сюда через дверь. Ладно, пробуем, короче. Где еще ты орёт? А чё ты орёшь-то, братан? Да, сука? Что ты, блядь? Что ты имеешь против, что ли? Что ты против хентая имеешь, блядь? Да, сука? Давай, идем, делаем. Ага, хуй тебе, да? Ты не можешь туда попасть. Понятно, до свидания тогда, блядь. В чем смысл этого человека внизу? Не... Правильно ли я понял, что здесь надо включить оба два вот эти вот ебучих рубильника сразу? Как вы думаете, ребят? Для этого нужна своя маленькая форма. Возвращаемся, ищем резервуар с розовой водичкой, соответственно, вот здесь. Слушаем, как обезьяны ебучие тут какие-то звуки издают, если это обезьяны, блядь. А не какая-нибудь другая потусторонняя срань, короче.
Да. Если этот звук я не вырезал на записи, то вы можете слышать, как работает, соответственно, куда ты, блядь, пошел. Как работает мой будильничек с таймером. Это значит, что нам с вами пора заканчивать сегодня запись. Но пока перед этим мы, конечно, немножко подлутаем, так сказать, граждан, которые и так уже оставили этот бренный мир. Успокоились, так сказать, насовсем. Мы их немножко подъедим вот здесь, вот, короче, вот запасы мяса вот эти вот. А то, что у нас остались там, ребятки, так сказать, мясные депозиты, мы их оставим на потом. Ну, те, которые мы скинули до входа сюда. Все, хорош, хорош, хорош. Пусть будет. Половинка белого у нас вот на черный день чисто лежит, короче. Все, ребят. Подожди, давай сходим еще раз, посмотрим вот сюда, что у нас здесь такое интересное. Ебать. До свидания. Все. В общем-то, мы делаем вот так. И увидимся с вами уже в следующей серии. Подписывайтесь. Пишите что-нибудь интересное под видео. Делитесь своим мнением, соответственно. Всем до новых встреч. И всем пока.